На саммите двадцатки предложение китайского лидера Си Цзиньпиня ввести систему QR-кодов для всего человечества. Еще вчера такое точно было бы невозможно представить. Да, но пандемия COVID-19 меняет мир на глазах. И мировые лидеры на виртуальном саммите всерьез обсуждают идею товарища Си присвоить каждому специальный QR-код. Ну и, видимо, загнать людей в цифровые стойла. И это в отличие от рязанской фермы, над которой летают УАЗики с реактивными двигателями, уже никакая не фантастика, а, возможно, наше с вами ближайшее будущее. О чем, снимаем уже? Главный вирус этой недели, в хорошем смысле, фантазия на тему недалекого будущего. Сказ про то, как фермер Николай колонизирует Марс, набирает в интернете миллионы просмотров.